Всем привет! Сегодня я делаю обзор на свою палку. Не то, о которой вы подумали, а ультрафиолетовую, которую я продаю. С вот таким вот пультом, который даже работает. Ну вот, я думаю, чтобы не утомлять всех, это большой длинный прожектор с сектором обзора, точнее не обзора, покрытия, лучше даже сказать. Почти 90 градусов, где-то 80. С вот таким вот цветом. Что умеет эта штука? Эта штука умеет выключаться. И даже вентилятор гаснут с учетом подачи питания. У нее есть вшитые функции, не знаю, кому они нужны. Обычно эта палка используется прямо вот ровно как заливка и все. Ну вот, например, покадровое включение. Ну ладно, имитация по факту, это просто посекторное управление диодами. Скорее всего, когда-то эта функция была заложена производителем при задумке прибора как РГБВ палки, ну или РГБ хотя бы. Не очень нужная на ультрафиолете есть, но вещь, но она здесь есть. Пульт, сразу предупреждаю, работает так себе, потому что на пульте плохой контакт. Надо постоянно или аккуратно сверху жать, или он не прожмет. Вот, он прожал наконец-то. Ну вот, такой вот прибор.